Всем привет, с вами Макс Риск, это нас Tower Congest, и я запускаю прямо так вот. Tower Congest, прям вместе. Интересно, что это такое? Что-то я вспоминаю это. История какая-то новая. Портал новый. А, кто-то. Телепортирует зомби. Вау! Добро пожаловать в покерные башни. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, на канал Макс Рис, закуплен комментарий ТикТок, лайк канал и все остальное. Бой. В отряде нужно хотя бы один боец и башни, чтобы вступить в битву. И как дальше? Арена нельзя, ясно. Я не в курсе. Бесплатно. А ну. Ой. Максимум. Влад Хиронов. Это что еще? Как не построить тренировку? Давайте, ага, нельзя. Подайте хоть. Чтобы вступить в битву. Дайте построить армию. Это здесь, друзья, нужно. Да, нашел. Нет. Наверное. Ну не будет же фейл ролик. Квесты закончишь. Да я не про это. Друзья, господи, блин. О, квест отличный способ. Давай. А. Все, бой. Нет. Что ж такое? О. Бесплатно. Бой, у нас новая карта, друзья. Нужно выбивать. Вот как. Так, как насчет лучницы? Блин. А где меня выбить? Собери больше карточек, чтобы разблокировать бойца. Сейчас собери, да? Я такой не ожидал игра. Не ожидал такой игры. Бесплатно. А чё? Стоп, я не за рекламу. Я пропуск. Эй, хосыгайс. Стоп, я не рекламирую игру. Стой, тут нет крестика. Тут нет крестика. Что, блин, делать? А, нет, нет. Что за фигня? Нечестно. Нечестно. Я жалуюсь на игру. Вообще, прям сейчас жалуюсь. Крестика вообще не было. Вообще то что за вот? Вот, что нужно. Но за рекламу, блин, разработчики. Ох, вы не получите. Ох, вы не получите, блин. Я так забанил. Кто теперь будет ролики записывать? Кто будет? Вы виноваты. Вы виноваты, что игра не популярна. Потому что вы что там тратите. Не понимаю эту игру. Да, это просто фейлер как будто. На каком-то канале. Ну, я покажу тебе канал. Просто на что подписались, то реально это фейл. О. Инсанс. Тренировки. Нет, там бой давай, блин. Ладно. Все, забейте. Ждите, каждый день приходите, пока не получите карточку башни. И все, и воин, все. Лишнее испытание. Вот реально. Я такого от игры не ожидал. Я залю, конечно, ролик. На другом канале так безопасное место. Я покажу вам основной канал, пожалуйста, подпишитесь, там будет все окей. А тут что-то не знаю, что случилось. Девушки, смотрите, что вызывайте герои. Хитро сделано. Вот. 140 гривен. Покупаете, что купить все это. Я в шоке. Нет денег. Блин, что-то делать. Подайте испытание какое-то. Турниры, квесты, магазины, арена, блин, ничего. Квесты. Исследовать, сражайтесь в боях на карте 5 раз. Ага. Нельзя ничего. Тренировки нельзя. Прокачка тоже, блин. Дайте домашнюю бой, да. А где башня? Первый раз такой видишь, когда игра ничего не дает. Не, ну. Другие записывали ролики, то что да, игра вообще не рабочая. Не про эту игру, про другую говорю. Нафиг. Ладно. Сейчас покажу канал, пожалуйста, подпишитесь, там будут прикольные ролики. Блин, мне столько карток открытых, блин. Так, давайте.
подпишитесь на канал Макс Рис на русском, может, найти на английском, на любой ролик, даже под этим роликом, в закрепленном комментарии, например, здесь. Также лайк ставьте. Дискорд, ТикТок, лайк на вот это здесь будет. Вот. ТикТок, лайк, Телеграм, Одноклассники, ВК, Фейсбук и ТНД, ТМП. В общем, как так вот, игра просто нерабочая. Что-то, что-то. Всем удачи, пока.